Утмангай шырматы телегөршілер, СТВ телеканалында түз эфирде Кыргыз Республикасының жоғарғы кеңесіне бір мандатты шайлы округтарынан қатталған депутаттарға талапкерлердің қатысуысындағы теледебат өзісін бастайды. Аны мен Мұрат Жылыкеев алып барам. Ал эми бүгін бізде студияда номер 25-ші Аламүдүн округынан өзін өзі көрсөткөн депутаттыққа кандидаттардын катышуусундагы теледебат орун алат. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы? Абдувалиев Зарылбек Рубенович жана ошондой эле Бегалиев Болотбек Касымбекович жогорку кеңешке номер 25-ші Аламүдүн округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкерлер студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы дагы бир жолу сиздерге жана жалпы биздин телекөрүүчүлөргө теледебаттын жүрүшү тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Ар бириңиздерге 15 минутадан бекер убакыт каралган. Ал 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүктө 2 минута, анда сиздер жалпы ушул биздин телекөрүүчүлөргө кайрылып, өзүңүздөрдүн программа туулган өмүр баяныңыздар тууралуу кыскача 2 мүнөттө кайрылып кетүүгө мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз. Андан кийин убактыбыз 5 минута, алда менин сиздерге кайрылган берген суроолорума жооп бересиздер. 3-чү бөлүктө 7 минута каралган. 7 минутада оппоненттер бири бириңиздерге суроо менен кайрылып, ага жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми 4-чү бөлүк 1 минута. Ошо 1 минутада эмне үчүн 28 ноябрда шайлоочу келип сизге добушун бериш керек электораттарыңыздарга кайрылып дагы бир жолу мындай тастыктоочу маалыматтарды айтсаңыздар болот. Түшүнүктүү болдубу дейм урматтуу коноктор? Түшүнүктүү болсо анда биз биринчи раундду баштайлык. Сиздерге берилген урматтуу талапкерлер 2 минутаңыздар. Анда Болотбек Касымбекович сизде 2 минутаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Аламүдүн районунда көп унуттук эл жашайт. Ошого байланыштуу уруксат берсеңер, биринчиден кечирим сурайм, расмий тилден сүйлөп берейин. Добрый день, уважаемые телезрители Аламединского района. Сегодня у нас очень важное событие предстоит впереди. Это выборы в депутатов Жогорку Кеңеша. Вот один из таких кандидатов по Аламединскому округу номер 25. Я Бегалиев Болотбек Касымбекович. Мне 60 лет. После окончания Московского технологического института возвратился в Кыргызстан и начал работать на плодоперерабатывающем заводе имени Кирова в Сокулукском районе. Я там добился неплохих успехов. За короткое время начал работать мастером, начальником цеха, главным технологом, зав. Лаборатории. Ну и в этот момент произошло развал Советского Союза, закрылись заводы, и одни из первых таких безработных оказались, и параллельно с этим было разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. Вот с тех пор один из первых предпринимателей Кыргызстана, мы открыли компанию. И вот уже на протяжении 30 лет я возглавляю акционерное общество «Мерикет» и являюсь председателем совета директоров. До этого работал замдиректором Фрунзенского территориально-научно-экономического центра. Ну и вот, вот такая вот деятельность. Почему у нас вот получилась такая деятельность после развала Советского Союза? Все находились в растерянности, многие заводы закрывались. Разрешено было людям выйти. Рахмат сизге берилген. Эки минутаңыз аяктады. Монитордон көрсөңүз болот. Мынакей бир секунда даже көбүрөөк сүйлөдүңүз. Анда Зарылбек Рубенович сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Рахмат. Бисмилла. Урматтуу Аламүдүн районунун шайлоочулары. Менин атым Абдувалиев Зарылбек. Мен 38 жаштамын. Мен шайлоо бюллетенинде биринчи номерде турам. Эгерде депутат болуп калсам, мен Аламидин районунун проблемаларын чечүүгө бүт аракетимди, бүт болгон мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланам. Азыр районда кандай проблемалар бар? Биринчи бул суу менен маселеси, транспорт маселеси, таштанды жана канализация маселеси жана электроэнергия менен камсыздоо маселеси. Чоң рахмат. Уважаемый избиратели Аламидинского района. Меня зовут Абдувалиев Зарылбек, мне 38 лет. Я окончил университет МГИМО в Москве в 2005 году. Сейчас у меня около 17 лет опыта в области
финансовых проверок и международного аудита. В 2010 году я обучался в Малайзии по специализации исламские финансы. Сейчас я намерен идти в парламент, чтобы работать в первую очередь по двум направлениям. Первое направление – это реформирование, быстрое реформирование нашей экономики по примеру тех реформ, что были сделаны в Грузии и в Дубае. Второе направление – это работа на местном уровне, где я планирую провести реформы, взять на контроль такие проблемы, как обеспечение водой, общественным транспортом, благоустройство всего района Алмединского, обеспечение электроэнергии и обеспечение чистоты района, имея в виду переработка мусора и канализации. Тот выбор, который мы будем делать сейчас, это выбор, который будет определять нашу жизнь в последующие 5 лет. Давайте выберем новых, достойных людей. Рахмат, сіздің уақытыңыз аяғына келіп жетті, Зайлбек Рубенович, құрметті Болотбек Қасымбекович. Бірінші раундыңыз тарайықтады, 2 минут өзіңіз тұрдың кіріс сөзді ұшыл телекөрушілерге. Автобиографияңыз тарды, ондан шықары қысқаша саяси программаңыз тарады менің таныстыру өттіңіз тұр. Емі менің беріші 2 раундтағы сұрауларыма уақыт келіп жетті. Сізден бастайын, құрметті Болотбек Қасымбекович. Мен сұрау беріп жатқанда ескертіп қояйын. Сіздердің уақыт кетпейді, сіздер ғана жауапты бастағанда, учырдан бастап, секунда, минутаңыздар есептелініп бастайды. Болотбек Қасымбекович, сіз мінекей саяси программаңызды айтып өттіңіз, өзіңіздің өмір баяныңызды да тыңдай генін түсіндіріп бердіңіз, 30 жылдан бері ұшыл жеке ішкерлікпенен әлектеніп келеді екенсіз да. Негізі ұшыл бағытта бұл тармақта істеді екенсіз. Сөзіңізден байқады, көп ұшырларда ұшыл жұмыс орнымен елді қамсыз қылып, ішменен көмекке беріп келеді екенсіз да. Бұл Қырғызстанда ең чоң көйгөйлердің бірі десек, жаңылышпайым, жұмыс орнымен қамсыз қылып. Ұшыл бағытта қандай мұйзам, қандай долборлорын қабыл алыш керек? Жұмыс орды сізге құшыған ешкерлердің ұшы жұмыс ордың елге кененірек тағы түзіп беріш үшін? Қандай мұйзамда жетішпейді? Қандай іштат әрекеттерді алыш керек? Біріншіден, госуправление ойынша қараса, біз қазір 3 тармақты бейлік барды. Жоғыр кенеш, сот мәселесі қарай тұрған бейлік, атқару бейліктерін мәселесі бар. Ошо управлениянын баардыгы эффективдүү болуш үчүн ошо үчөөнө тең бир өзүмдүн сунуштарым бар да, өзүмдүн демилгелерим бар. Кандай? Аны биринчи парламенттерди карасак, канчада мен өзүм 3 жолу депутат болгом, 1 жолу айыл кеңешинде болдум, 2 жолу Бишкек шаардык кеңешинде болдум. Ошондо көп нерсе чечилбей турганын проблемасын көйгөйүн көрдүм. Могу байланыш жок да жогорку кеңештин депутаты менен местный кеңештин депутаттарын байланышы жок. Эки тармакта, эки жерде, эки башка жерге жүргөндөй болуп атат да. Ошон үчүн биринчи инициативамды ошондой взаимовыгодный сотрудничество кылып, закон түрүндө жогорку кеңештин депутаты милдеттүү айыл кеңештин депутаттары менен, аксакал кеңеши менен, аялдардын кеңеши менен, жаштардын кеңеши менен тыгыз закон катары милдеттүү болсо байланыш иштеш керек да. Мына азыр деле добуш бере турган убак Үгүттө деген убак болуп атат. Ошол жерден деле көп нааразычылык болуп атат да. Ушундай тандоо болгондо келесиңер, көп жакшы сөздөрдү баарын тең обещать этип сүйлөйсүңөр, шайлоо бүткөндөн кийин баарыңарды ошол ойдон жок кылысыңар. Мына биздин Аламин районунда эле мына канча айылды көттүк, жаттарын билишпейт. Кайсы депутаттар азыр шайланып кимге кайрылыш керек. Ошон үчүн эң биринчи ушу тыгыз иштесин деген демилгебиз бар да. Экинчи болсо биздин өкмөт бийлигибиз бүттү убакыт. Айта бериңиз. Кыскараак жооп берсеңиз. Убактыбыз аябай көп иштейт, чиновниктери аябай көп. Аягы коррупция менен саны бар сапаты жок деп атасыз да. Сапаты жок болуп эффективдүүлүк иштебей атат да. Ошо жагында карап жолдор бар, анын баарын тең иштеп чыкса биз эффективдүү бийликке татыктуу болобуз. Рахмат Болотбек мырза. Эми Зарылбек Рубендович, сизге суроо менен кайрылайын. Өзүңүз саясий платформаңызда азыр баса бере айтып өттүңүз. Грузия менен Дубайдын
ушул экономикалык жана башка багыттагы эмелерин, тажрыйбаларын мен ишке ашырууга аракет кылам деп. Конкрет түрдө кайсыл тармактарында да, кайсы багыттарындагы ушул реформаларды Кыргызстанга сиз ишке киргизгенге аракет кылат элеңиз, депутат болуп калсаңыз. Рахмат сурооңузга. Эң биринчиден бул салыктарды төмөндөтүү. Мисалы, Грузияда алар Сосфонко жана киреше салыгы 40%-тан 20%-ка төмөндөтүштү. Жана жыйынтыгы окумуш болду. Платежи в бюджет не снизились, а наоборот выросли. Да, можете говорить на русском языке, да. Наоборот, выросли. То же самое можно сделать у нас. Мы примерно схожи с Грузией и по размеру населения, и по размеру экономики. Поэтому это как в физике. Если одни и те же законы действуют в одном месте, они будут действовать и в другом месте. То же самое, если это сработало в Грузии, это, по крайней мере, должно очень хорошо сказаться на нашей экономике также. Вот. Дубай, например. Дубай, да, ушундай болгон, да? То есть они там тоже снижали налоги, тоже снижали вмешательство правительства в экономику, и бизнес сам развивался. Конечно, нужна дополнительная реклама на государственном уровне для привлечения международных инвестиций. То же самое МИД мог бы работать на этом направлении. Скажем, он мог сосредотачиваться не на встречах с правительствами, да, международными или иностранными правительствами, а именно он мог бы работать именно по привлечению международных компаний, международных инвестиционных фондов для работы именно в нашей стране. Рахмат. Демек, менин түшүнүгүм боюнча урматтуу Залбек Рубенович, сизден ушул эмелер боюнча, баягы жаңылануу иштери боюнча сөзсүз түрдө ушул эле Грузия менен Дубайден салык кодексинде өзгөртүүлөр киргизүүгө аракет кылмак экенсиз, туурабы? Салык кыскартуу жана өкмөттү кыскартуу, да? Өкмөт кирилишпеш керек. Түшүнүктүү реформаларыңыз менен рахмат. Анда урматтуу Болотбек Касымбекович, сизге суроо берейин. Сөзүңүздү айтып өттүңүз, коррупция деп ошол жерден токтодук да. Айтсаңыз, ушул чын эле коррупция менен күрөш үчүн эмне кылыш керек? Саскылатып кеткен деп сөзүңүздү айттыңыз, Кыргызстан коррупция менен кантип күрөшсөк болот? Рахмат. Любой человек вот стоит на двух ногах. Также любая организация в Кыргызстане, не сама страна, может на двух больших опорах стоять, которая может привести к сокращению коррупции. Первое, жана имандук, авирдук деген бар. Ушул тарбия жолу менен иштегендик жок болуп калды. У нас отсутствует сейчас, после Советского Союза, практически образовался вакуум в области воспитания личности, начиная от рождения, молодой возраст, средний возраст, да, и даже старшее поколение. Если мы вот эти пробелы восполним и введем законы об этике, которая будет обеспечивать максимальный уровень выживательности как для человека, его семьи, его группы, страны и вообще человечества, если с этой точки зрения будет подходить каждый человек, то тогда это приведет к очень большому сокращению коррупции. И второе, вторая нога, на котором должна держаться наша страна, это квалификация и компетентность. Мы должны повышать качество своей продукции и вообще качество всего. Если с точки зрения государства смотреть, мы должны повышать качество обслуживания нашего населения. Чтобы качественно обслуживать, надо быть компетентным, надо повышать свою квалификацию. Эти две вещи могут привести очень сильно к понижению коррупционности. Следующее, коррупционность, само понятие коррупции, это связано с участием государственного чиновника. Там, где нет чиновника, называется преступление. Там, где вмешивается чиновник, называется коррупцией. И вот это вот сокращение этого аппарата, более эффективным сделать работу государственного чиновника и управленцев наших, может значительно сократить коррупцию. Рахмат, Болотбек Касымбекович, рахмат. Урматтуу Зарлыбек Рубенович, ушул суроо менен сизге кайрылгым келет. Себеби өзүңүз чет мамлекеттерде окуп келиптирсиз, мынакей Малайзияда окуп келиптирсиз, Сингапурда окуп келдим дедиңизби, мынакей автобиографияңызды айтып атканда. Айтсаңыз, ал жакта баарыбыз жакшы билебиз коррупция менен кантип күрөшкөндөрүн, Кыргызстанда коррупцияны кантип жойсо болот? Рахмат. Мен ушул суроодо бир четинен Болуп Баке менен макулмун да. То есть эң биринчи кадам бул биздин өкмөтүбүздү кыскартуу. Наше правительство во многих вопросах за прошедшие 30 лет показало, что оно не может эффективно бороться с коррупцией. Единственный вариант, как ее сокращать, это нужно сокращать само правительство. Чем меньше он будет чиновников,
чем меньше будет чиновников, тем меньше будет коррупции. Потому что, как вот в Грузии, например, один из способов, как он победил коррупцию, например, в том же самом МВД, он просто всех уволил. Всех уволил и набрал абсолютно новых людей. И сейчас Грузия одна из самых безопасных стран, не только в мире, а в Европе, да? То есть самый безопасный регион. И внутри этого региона она одна из самых безопасных стран. Вот так и надо делать. Рахмат. Урматту Болбек Касымбекович, сізге сұрау берейін. Жетін шақырылсын депутаты қандай адам болып келіш керек? Сізге соған ішкерлер келіш керек пе, білімдеулер келіш керек пе, же жаныңызда тұрған оппонентте жастар келіш керек пе, те тәжірибелі ақсақалдар келіш керек пе, қандай адам келіш керек, және қандай іштеш керек? Я думаю, здесь возраст не имеет значения. Имеет значение опыт, кругозор, мировоззрение, что он познал за эту жизнь. И самое главное, что, как он может помочь нашим гражданам в улучшении его благосостояния и улучшении его качества жизни. Может молодой человек знать намного больше и быть компетентнее, чем, допустим, пожилой человек. Но в это же время в каждом возрасте есть свои преимущества. Допустим, молодые годы, очень много энергии. Человек может творить, создавать. Он создает семью, заботится о том, чтобы обустроить семью, вырастить своих детей. Потом он думает о том, как стабильности достичь. Он уже не хочет войны, он не хочет там каких-то потрясений, революций тем более. А когда он подходит к пожилому возрасту, он хочет делиться своими опытом. Рахмат. Болотбек Касымбекович, уақытыңыз соңына келіп кетті. 5 минутта уақытты қолдандық. Мен сұрауыма жауап бергеніңізге разылық білдірем. Анда сіздің уақытыңыз бар. Улан Тәуірев, құрматты Зазбек Рубенович. Ушыл сұрау мен сізге қайырылым келеді. Сіз емде үшін депутаттыққа қаратасыз. Тәжірибем жетісті деп есептейсіз бе? Рахмат. Ой, жетісті деп есептеймін. Мен көптеген таныстарымның, достарымның азыр байқа бастадым да, что алар үлкөздүн же жетишти, же ушу ниетти бар экен алардачы. Ошон үчүн мен болгон тажрыйбамды, билимди элибиз үчүн пайдалана деп атам да, ушул ниет менен баратам ушул кеңешкечи. Я сам работал исключительно в сфере аудита и международных инвестиций. В этой области у меня около 17 лет уже. И я знаю, по крайней мере, на своем уровне, по каким законам инвестиции работают, куда они приходят, откуда они уходят. Вот, и считаю, что эти знания будут полезны для нашего народа. Айтерингс, Улан Тайрингс. Еще вот вы тоже спросили о Болотбеке по поводу того, какие люди должны прийти, да, в Джоукинеш. На мой взгляд, должны прийти именно вот билимдүү, иманду, жанды кишилер келиш керек да. Вот. Я не хочу критиковать предыдущие правительства или предыдущие власти, но все-таки они что могли хорошее, то, что выдающиеся, они уже сделали. Вот. То, что они снова хотят попасть во власть, мне кажется, это не совсем правильно. Те ошибки, которые они сделали, у каждого человека может совершать ошибки, но мне кажется, уже нужно признать, что за 30 лет мы с выдающегося ничего не сделали. Рахмат. Түшүнүктү, Зарылбек Рубенович, азыр сизге бир суроо менен кайрылайын. Мынакей өзүңүз 17 жылдан бери аркылап келеткен инвестиция жагында. Ушул Аламидин округуна сиздин программада саясий каралганбы, барбы, конкреттүү түрдө кандай да бир инвесторларды тартып келип, ушу Аламидин районуна балким жумуш орду менен камсыз кылып берүүгө же болсо башка тармакта инвесторлор менен иштешүү каралганбы, каралса кайсыл? Ооба, каралган. Менин программамдын бир кадамы күн энергияны пайдалануу жана пайдалуу колдонуу. Өздөштүрүү, да? Ушул жактачы. Сейчас себестоимость солнечной электроэнергии примерно сравнивается уже с себестоимостью от электроэнергии от воды, которую мы получаем. Поэтому развитие именно альтернативных источников энергии, и в частности вот солнечной электроэнергии, поможет нам уйти от зависимости от водяных источников электроэнергии. Да? Скажем, как вот сейчас в этом году воды нет, и все, и вводятся ограничения. Если у нас будет мощный источник альтернативной энергии, это всем нам пойдет на благо, в частности, в Аламидине. Рахмат,
Вақтыңыз, Урматтуу Залибек Рубенович, аяна келип жетти. Туура 5 минутта менин суроомо жооп бердиңиз. Экөөңүздөргө тең ыраазычылык билдиремин, кенен жооп алууга шарт түзүп бергениңиздерге. Эми 3-чү раунд 7 минутта каралган, анда сиздер бири-бириңиздерге, оппоненттериңиздерге суроо менен кайрылып, ага жооп алсаңыздар болот. Анда урматтуу Болотбек Касымбекович, сизден баштайлык. Залибек Рубеновичке сурооңуз болсо же кайрылууңуз болсо, сиздин убактыңыз башталды. Ну, Залбек, какую оценку вы могли бы дать проводимой сегодня молодежной политике и какие проблемы сегодня имеются в молодежной политике? Спасибо. Адекватный возраст вопрос. Ну, мне уже 38, к сожалению, я уже не такой молодой. Но спасибо за вопрос. То, что касается молодежной политики, мне кажется, в первую очередь это нужно касаться образования. Я работал в общественном совете Министерства образования 2 года, изучал, как работает это министерство, как его можно анализировать, как можно повысить его эффективность. Mm-hmm. Сейчас у нас в образовании, не только у нас вообще, и во многих других странах, проблема в том, что оно очень отстало от требований времени. Например, у меня дети тоже учатся в школе, и их, например, несколько месяцев учат пользоваться линейкой. Например, линейка. Сейчас кто-нибудь из нас пользуется линейкой? Сейчас никто не пользуется линейкой. Вот зачем 2 месяца убивать на то, чтобы изучать, как пользоваться линейкой, циркулем? Это уже, мне кажется, прошлый век. Сейчас нужно пользоваться теми инструментами, которые реально мы используем в нашей жизни. Например, работа с компьютером, работа, например, с теми же самыми инструментами Microsoft Word, Microsoft Excel. Например, тому же самому обучению, как пользоваться линейкой, можно посвятить только 10 минут. Например, тот же учитель может рассказать детям, что вот ваши отцы когда-то пользовались вот такой линейкой. Вот. И все, на этом нужно заканчивать. Зачем 2 месяца на это убивать? Поэтому это серьезные реформы, они требуют больших денег, инвестиций. Но все-таки образование — это тот стержень, на котором строится вся нация. Если образование будет сильным, вся нация, вся страна начнет развиваться и быстро догонять другие страны. Само это качество образования, да? Да, качественное образование, именно то, которое требуется и нужно сейчас именно. Рахмат. Спасибо. Анда Залибек Рубенович, сиздин суроомуз болсо кайрылсаңыз болот оппонентиңизге. Рахмат. Тогда я вам тоже задам вопрос про молодых и детский возраст. Да? У вас в программе написано, что у вас вы хотите защитить детей от причинения вреда от интернета. Угу. Да, вы не могли бы поподробнее рассказать, как вы это видите? Ну, это вообще касается вопроса безопасности страны в первую очередь. Да? Мы не хотим преступности в этой стране, мы не хотим войны. И в целом у нас идет силовая защита страны, информационная защита в то же время входит. И, конечно, мы, взрослые люди, можем анализировать, выбирать, что смотреть. А вот дети маленького возраста, они пока еще не имеют этого опыта, но в то же время очень много порнографии, очень много психологического воздействия. Мы очень видим много случаев, когда в интернете полазив, даже занимаются суицидом дети. И задача взрослых на тот период времени, когда они еще особо не разбираются, в этот период времени должно быть вмешательство государства, фильтрация именно в ограничении доступа детей вот к этим проблемным, таким неугодным даже, я считаю, информационным материалам. И если мы сможем это ограничить и защитить детей, а дети – это наше будущее. Ну и второе, вот я очень удовлетворен ответом про образование детей, но я считаю еще важнее на адамны навери. Адамды авирду кылып алсак, тарбиялап алсак, ошол эле школдордун, же детсадтын дейлиби, же үй бүлөдүн ичинде болобу, бул авирдикти жаштап толук берсек, аны бөлсөк, кайсы убакта эмнени бериш керек, кичинекей 7 жашка чейин эмнени үйрөтсөк, кантип тарбияласак, 18 жашка чейин школдо окуп атканда эмне тарбияны берсек, андан кийин жаш өспүрүм болуп же жумушка кирип баштаганда эмне тарбияны берсек деп ошонун баарын тең наука менен иштеп чыгып туруп, ошол действительно таасир эте турган нерселерди берсек, анда биздин өлкө көп көйгөйлөрдөн кетмекпиз да. Залибек мырза, жооп алдыңызбы? Анда кезекти биз Болотбек мырзага берелик.
Сіз Зарубек Күрбеновичқа сұрағыңыз болса, дағы берсеңіз болады. Мына біздің районда дағы жалпы Қырғызстан елден көп біздің инсандарыбыз қазір мигрантқа кетіп жатады. Ошо боюнча эмне деп айтатылыңар? Кандай баа беретилиңер? Кантип биз ошо өзүбүзгө ошол жаш, күчтүү, ишмер балдарды алып калсак? Рахмат. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн мен биздин экономикабызда тез реформаны жасаганга планым бар. Одним из основных шагов для решения этой задачи я вижу в том, чтобы именно привлекать огромный поток инвестиций в нашу страну, быстро снизить, повторюсь, налоги, вмешательство в наше правительство, и бизнес сам начнет развиваться. Его не нужно правительству что-то делать, как-то как раньше, там, в советское время, строить заводы, там, потом ими управлять. Этого вообще не нужно делать. Сейчас очень быстро все меняется, и люди сами будут развивать те же самые бизнесы, те же самые услуги, которые они хотят. Нужно просто дать им свободу и сделать, например, как в тех же самых, например, в Дубае. То есть там практически никакого вмешательства нет со стороны правительства. То есть каждый может заниматься чем хочет, только платить там, определенные минимальные налоги и все. И если здесь будет работа, никто же отсюда не уедет. Например, здесь у нас прекрасная природа, прекрасная погода. Никто не захочет отсюда уезжать, если только будут все условия созданы. Спасибо. Рахмат. Жөө алдыңыз ба? Анда урматты Зарубек Рубенович, сіз қайрылсаңыз болот, Болот Мырзаға сұрауыңыз болсо, бере беріңіз. Байке, мен сіз жөнінде біраз интернетте маалымат оқыдым. Сіз алға партияда мурдагы президентибиз Акаев учурунда сіз иштедиңиз деп маалымат бар. Анан Жээнбеков учурунда Биримдик партияда сіз болдуңуз, ушундай маалымат бар. Бул чындыкпы? Чын болсо, сіз ушул партияларды кайсы принцип менен тандадыңыз? Туура айтасыз. Бирок алга Кыргызстандан мурун мен еще совет убагында коммунистический партияда болгом. Анын развал болгондон кийин коммунистический партияны жоюуга туура көрдүм. Эмне дегенде өзүм по духу хозяйственник, по духу предприниматель болгондон кийин ошондо тандагам. Кантип биз аябай тревожный момент в тот момент был. Люди находились в растерянности, и нужно было в этот момент помочь стране. Что же делать? Почему вот мы создали 1000 рабочих мест вот именно в это тревожное время, и дальше я хотел продолжать помогать. Но случилась опять первая революция. Алга Кыргызстан после этой революции закрылся. Последний раз меня пригласили в партию Биримдик помочь по Аламединскому району, потому что я являюсь жителем, и они знали мою позицию, такую, что большое желание есть помочь моему району, и поэтому я согласился. Мы несколько человек стали по партии Биримдик. Аламединский район по партии Биримдик занял первое место в Чуйской области. Это мне окрылило, потому что в начале, когда мы начинали деятельность, очень было негатива в отношении партии Биримдик. Но из-за того, что там были такие личности в этой партии, которые могли действительно помочь этому району, мы получили максимальное количество голосов. Мы опередили все партии по Аламединскому району. Ну, я не знаю, как в других областях, но по Чуйскому району победили. После этого я отказался от партийной. Как я видите, я ответственность все-таки чувствую именно за Аламединский район, потому что, допустим, я многих успехов добился в бизнесе. У меня очень хорошая семья, дети, я живу со своими престарелыми родителями 85 и 84 года. Проблемы, как бы, вот эти семейные и проблемы бизнеса очень хорошо знаю. И вот теперь вот эта ответственность своя за район, в первую очередь, и служение нашим гражданам этого района побудило меня пойти именно по одномандатному округу, чтобы не перекладывать, вот как я говорю, ответственность, не перекладывать на партию или на какую-то идеологию. А в основе моей идеологии лежит вот именно воспитание, авирду, иманду, и лежит компетентность, профессионализм.
И я думаю, тот опыт, который я за эти все годы заработал, я смогу реализовать в повышении благосостояния граждан Алмединского района и улучшении качества жизни. Рахмат. Залбек Рубенович, надеюсь, получили ответ. Анда сиз суроо менен кайрылсаңыз болот, урматтуу Улукбек Касымбекович, Залбек Рубеновичке. Ну вот мы идем, Аламинин район боюнча азыр баратабыз, чогу бизде 7 кандидат бар. Эң биринчи көйгөйлөрүбүз Аламинин район боюнча эмне деп эсептейсиз? Жолдор барбы ошону менен чечкенге? Рахмат. Рахмат. Эң биринчи көйгөйү мен таза ичүүчү суу жана суугат суу менен камсыздоо деп эсептейм. Особенно в летнее время, когда практически во всех селах Алмединского района идет нехватка воды поливной. Особенно в этом году это мы все наблюдали. Я много ездил сейчас вот во время агитационной кампании, практически все села я объездил, и общаясь с людьми, первая проблема, о которой большинство говорит, это как раз вода. Для строительства, для обеспечения водой нужны довольно большие ресурсы. Да? Чтобы, например, пробурить артезианскую скважину, нужно уйти глубоко под землю. И для этого нужны большие деньги, которых нет в местных бюджетах. Вот. Этот вопрос, чтобы решить, нужно смотреть, насколько адекватно распределение денег между республиканским бюджетом и местными бюджетами. Если денег реально не хватает, то либо правительство на республиканском уровне должно увеличивать финансирование своего уровня, либо должно в законе о бюджете предусматривать соответствующую квоту для местных бюджетов, потому что население Алмединского района растет, выросло за эти последние 10-20 лет очень существенно. Уже воды не хватает просто физически, старые трубы, их нужно все менять. Этого денег местного бюджета не хватит. Я, если говорят депутат Полкмасан, намерен поднять вопрос именно перераспределения денег с республиканского бюджета на местные бюджеты, чтобы вопрос с водой закрыть окончательно. Болотбек мырза, жоопко канааттандыңыз ба? Рахмат. Убактыңыз бар, сизде дагы 1.5 минут убактыңыз бар. Суроо менен болсо кайрылсаңыз болот, же толуктап кетсеңиз болот буга чейин айтылган сөздөрдү. Ну вот для того, чтобы теперь развивать нашу страну, сделать наш сильный Кыргызстан, что бы вы в первую очередь предложили? Чтобы сделать сильный Кыргызстан, нам нужно, во-первых, стать сильной экономической державой. Вот. Опять-таки, все упирается в деньги. Нам нужно жить в мире с нашими соседями, иметь равные с ними торговые отношения, вот, и сосредотачиваться именно на развитии нашей экономики. Никакие другие вопросы, мне кажется, сейчас нам лезть не нужно. Только развитие экономики. Как только мы поднимемся в этом плане, мы сможем уже покрывать и другие вопросы, да, которые стоят, скажем, в международной политике или там вопросы, которые с этим связаны. И с этого и будет начинаться наша сила. Рахмат. Эми анда урматтуу Зарылбек Рубенович, сиз суроо менен кайрылсаңыз болот, убактыңыз аз эле калды, сиздики 18 секунд эле калды. Болбаке, сиз Бишкек шаардык кеңеште болдуңуз. Ушул кызматта кандай сынктана турган амалдар менен сынктана турган амалдар кылдыңыз? Мен 2 жолу депутат, Бишкектин шаардык кеңеш депутаты шайландым. Ошол эле айтканда, эң биринчи маселе жана жумуш орундар, создание рабочих мест. Мы создали за этот период 1000 рабочих мест, решали вопросы экономики, так как я говорю, хозяйственник. Мы в свое время учредили банк, Доскредобанк, до сих пор есть основателем этого банка являюсь. На сегодняшний день мы создали университет медицинский. Вообще наша компания, сама она инвестиционная. И мы каждый раз что-то инвестируем. Допустим, за последние пару тройку лет мы где-то
на порядка 1000 рабочих мест добавили, чтобы могли наши граждане заниматься. Я же говорю, наша история связана с тревожными временами. И первая забота, что можно было сделать, как, чтобы люди были обустроены, как могли они вообще жить. И поэтому первая задача была вот так обустроить. И в Ленинском районе как раз вот это все мы и сделали. Допустим, когда тяжелые времена наступили в Ленинском районе, связанные с пандемией, мы инвестировали или благотворительно 1 миллион сомов пожертвовали для того, чтобы создать стационарные сети, и 1 миллион сомов пожертвовали, чтобы одеть в амбулирование. Бирок 7 минут деген 7 минут экен аша албайбыз. Урматтуу Зарылбек Рубенович, сизде болсо туура 8 секундаңыз бар. Бир эле ушул жерден 8 секундту кантип колдоносуз, өз эркиңиз. Ну, мен эскертейин дегем анда, мен шайлоо бюллетенинде менин номерим 1. Рахмат. Рахмат, урматтуу Зарылбек Рубенович, Болотбек Касымбекович, бири-бириңиздерге маданияттуу суроолор менен кайрылып, маданияттуу жооп алып, чындыгын айтканда эфирдин көркүн ачтыңыздар. Эми биздин 4-чү раунд, жыйынтыктоочу раундка келдик. Бул жерде 1 минут каралган. 1 минутада сиздер эмне үчүн 28 ноябрда ушул Аламүдүн округунан шайлоочулар келип, сиз үчүн добушун бериш керек, кайрылып кетсеңиздер болот. Урматтуу Болотбек Касымбекович, сизден баштайбыз. Сиздин 1 минутаңыз башталды. Ну, правильно вы сказали, это очень сейчас событие, судьбоносное происходит, и жители Аламединского района должны выбрать своего представителя верховной нашей власти. И должен выбрать человек, который может создавать правила, или это законы, как мы называем, и контролировать выполнение этих законов. Я хочу, чтобы граждане нашего района выбрали себе действительно достойного. У нас достаточно кандидатов, у нас их 7 сейчас. И среди них, ознакомившись с программой, посмотреть его прошлую жизнь, посмотреть, чего он достиг, какой его этический уровень, какой его кругозор, и, не ошибившись, выбрать самого достойного для себя. Я тоже являюсь уроженцем Аламединского района. Для меня тоже не безразлично, кто меня будет представлять. Но я решил взять на себя эту ответственность и постараться достойно выполнить ту миссию, на которую иду. Я по цифре 2 иду. Рахмат. Уақыт сіздің уақытыңыз сұрматы болады, Касымбек үші аяғына келіп кетті. Расылық білдіремін. Зарылбек Рубенович, сізге берілген 1 минутаңыз башталды. Рахмат. Урматтуу шайлоочулар, мен мурда политикада катышкан эмесмин. Менин артымда ешқандай биліктің күчү жок. Мен болгон билимимди, күчүмдү мамлекет үчүн пайдаланайын деп атам. Мен ушул шайлоодо биринчи жолу чыгып атам. Ушул мамлекеттик келечегибиз үчүн мени сурап, мени колдоо бериңиздерди суранам. Уважаемые избиратели, та экономическая ситуация, в которой мы оказались сейчас, является прямым следствием тех выборов, которые мы сделали 6 лет назад. Возможно, тогда кто-то позарялся на 1000 сом, 2000 сом, а сейчас каждый месяц он переплачивает те же самые 2000 сом на базаре из-за того, что выросли цены. Если кто-то предлагает вам деньги, то знайте, что за этого человека в первую очередь нельзя голосовать, потому что он и свой голос будет продавать уже у Кенеша. Пожалуйста, выберите достойных в этот раз. Рахмат, урматтуу Зарылбек Рубенович, сизге берилген да 1 минутанын саягына келип жетти. Ушуну менен биздин теледебат соңуна келди. 4 пункттан турган, 4 бөлүктөн турган биздин теледебатка катышып, маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Эң башкысы ийгилик экөөңүздөргө тең. Рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Биз бүгүн номер 25-чи Аламүдүн шайлоо округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебаттын биринчи көрсөтүүсүн баштадык. Эртең 20:20 кайрадан чогулабыз. Бул жерде дагы эле ушул Аламүдүн районунун номер 25-чи шайлоо округунан бир мандаттуу талапкерлер келип катышмакчы. Эң башкысы баарыңыздарга 28 ноябрда сөзсүз түрдө Кыргызстандын келечегин ойлосоңуздар, жүрөгүңүз менен, акылыңыз менен барып 28 ноябр шайлоого өз добушуңуздарды берип катышууга чакырып кетмекчимин. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.